Друзья, всем огромный привет! Вот и настало время заготавливать зелень. Я нарвала целую миску укропа и буду его замораживать. Еще нужно будет заготовить петрушки. Тагил — это такой город очень хороший, но лучше здесь. Он хороший, но криминальный. Я свой утюг даже потерял где-то. Хотел за навески поговорить, а искал, так и не нашел. Так что половину хотел. Спит Марта там, кошачья. Развалилась на моем диване, тем более. Ну где Мурка, кожаная тужурка. Эй, похеру, усы растоперила, расшиперила. Да чё, Гоша, вон смотри, наш диван Мурка какая-то заняла. Обычно у нас Масяня на диванах спит, да ты. А тут Мурка какая-то поселилась, тем более на диване, на таком, на нашем. Представляешь, куси её. Да не меня, а её куси. Немножко польем водой, то пыли очень много, еще и в закрытом помещении, чтобы не так пылило.
всем огромный привет, друзья. Сегодня вычистил то место, где мы разбирали последнюю заваленку. Все здесь убрал. И теперь можно будет ставить опоры под бревна, своего рода фундамент. И потом уже здесь все обшивать. Обшивать мы, скорее всего, эту стену будем вагонкой. Прям с самого верху и до низа. И также надо будет еще это место утеплить. Сделать сюда какой-нибудь пенопласт. Сейчас много разного утеплителя. Есть вот такой утеплитель в виде пенопласта с пазами. Сделаем его сюда. И уже потом обошьем вагонкой. Будет красиво и тепло. Завариваем кашу поросятам. Вот и жизнь стороной прошла. Ну да и ладно. Ты чего там снимаешь? А так... Скажи, Наташке привет передай своей хозяйке. Мня-мня. Кущи голос. Скажи, Наташка. Ромакашка. Ну что, друзья, пришло время заготовок различных солений, варений. И сейчас самое время приобрести автоклав, чтобы облегчить себе работу, что мы с Катей и сделали. Наш автоклав называется «Малиновка», и делают его наши земляки в замечательном городе Екатеринбурге. У них очень большой выбор различных автоклавов. Ссылочку на их интернет-магазин мы оставим под этим роликом в описании. Поэтому переходите и выбирайте подходящий для вас автоклав по функциям и по размеру. А мы сейчас с Катей покажем, какой у нас автоклав. Так, здесь упакованы кассеты. Туда будут ставиться банки. Так, здесь что-то в мешке, даже не знаю, что там. Так, это фиксатор крышки. Так, здесь еще куча всяких дополнений. И сразу же скажу, что у нас автоклав непростой. Ему не нужна плитка, как многим другим автоклавам. У него она идет встроена, нагревание. Ну, вот так вот выглядит сам автоклав. Здесь вот у него идет такая вот панель, при помощи которой он управляется. Здесь задаются различные режимы, там время устанавливается, все вот это делается. И уже, соответственно, автоклав работает. И, кстати, этот автоклав еще работает от смартфона, то есть его можно подключить к телефону и управлять с телефона, если у вас есть интернет. И просто его оставил. Он у тебя готовит, а ты сам ушел и работаешь. Занимаешься своими делами, а автоклав все приготовит за тебя. Вот такая удобная штука. Время идет, технологии не стоят на месте. И вот так вот даже в таком направлении все развивается. Значит, сейчас все будем собирать и посмотрим, как здесь все устроено. Мы тут уже все распечатали, разложили. И что я могу сказать по комплектации данного автоклава? Она максимально простая. Понятно и в то же время надежное. Значит, у нас здесь идут вот такие кассеты. Они все рифленые, кроме одной. Кассеты — это куда устанавливаются банки. Значит, вот эта вот такая идет уже из более толстого металла. И она ставится на низ. То есть она является дном, куда устанавливаются банки. Также идет вот набор таких вот шпилек. Это для того, чтобы крепить вот эти кассеты и туда устанавливать банки.
Значит, дальше отдельное внимание заслуживает крышка. Она здесь продумана уже максимально до мелочей. Есть такая проблема, да, то есть крышки может срывать у автоклавов под большим давлением. Здесь же такая система, что чем больше давление в автоклаве, тем больше давление идет на крышку. То есть ее сильнее прижимает, и она устанавливается как бы вовнутрь автоклава. Когда мы будем варить тушенку, вам все покажем, как это собирается, как устанавливается. Я сейчас с вечера достал мясо, оно у нас к утру разморозится. Мы нарежем, будем раскладывать по банкам пол-литровым. И уже потом устанавливать в автоклав, и как все это работает, вам покажем. Готовить мы будем на пару. В автоклаве можно готовить как на пару, для этого использовать 1-2 литра воды, либо заливать его по полной. И когда ты заливаешь автоклав по полной, то потом нужно эту воду сливать как-то. А здесь ни много ни мало, там у нас этот автоклав, кстати, на 35 литров. То есть, соответственно, ведра 3 туда надо залить. И чтобы потом всю эту воду слить, после того, как она остынет, используем вот такой вот кран. Он идет в комплекте, и к нему еще идет фум-лента, чтобы это все закрепить надежно. Он сюда устанавливается, все поставили, у вас тушеночка там приготовилась, какие-то заготовочки, кран открыли, так вот в эту сторону, все, и вода стекает. Значит, вот такое вот дополнение. Здесь к нему можно сделать какой-то шланг и там, например, вывести в раковину, либо в ведро. Дальше идет вот дополнительный крепеж на крышку, к нему винты, клапан сброса давление аварийный, и идет к нему шпилька. То есть, когда вы, допустим, готовите на пару, установили, все включили, открыли этот клапан, и чтобы он у вас не спрыгнул, сюда вот ставите вот такую шпильку. Вот так вот выглядит. Чтобы клапан у вас не слетел. Потом температура поднялась там градусов 90-95, вы шпильку убираете, и все, клапан закрывается. И ко всему вот этому, когда мы, я еще когда из коробки все доставал, я достал такой черный пакет, говорю, вот тут что-то лежит, еще даже не знаю, что. Это просто целый мешок крышек. Это вот вроде такая вещь, которая, ну, косвенно относится к автоклаву, но это очень приятно и прикольно, когда вот просто идет вот целый такой вот набор крышек, которые тебе потом пригодятся в работе. То есть такое прям дополнение. Видно, что производитель о тебе думает и заботится, когда ты будешь готовить, вот такие вот крышечки тебе обязательно пригодятся. А их тут ни много ни мало, целый мешок. В комплекте с автоклавом идет вот такая книжечка, инструкция, где все рассказано, показано, как собирать, как готовить в данном автоклаве, работа с дисплеем. Так что здесь можно будет спокойно разобраться, функций там немного. И здесь еще книга рецептов. Что можно приготовить в автоклаве. Там можно не только варить тушенку различную, но и также делать заготовки на зиму. Соленье, варенье. Даже солянку можно сделать. Или плов. Это, можно сказать, своего рода мультиварка. Установил, и там все готовится. Ну все. Главное, что хорошо, что здесь есть рецепты.
что, друзья, приступаем к приготовлению тушенки. У нас здесь такая гора мяса. Мы тут забаррикадировались, у нас стоят тазики. Конечно, это у нас все мясо не пойдет на тушенку. Здесь у нас еще часть пойдет на фарш. Сегодня пропустим. И где-то, наверное, я думаю, 14 банок. Раз на кассету входит 7 банок, то сделаем их 2 яруса и закатаем 14 банок полулитровых. Может, там побольше, в общем, по ходу разберемся. Но вот пока такие планы: банки намыли, крышки подготовили, автоклав помыли, все. Мясо у нас тоже приготовлено, разморозили. И когда готовите тушенку, то обязательно размораживайте мясо полностью, чтобы оно вот полностью разморозилось. Нельзя оставить в автоклав замороженное мясо, иначе тушенка, она получится как каша. Вот есть такой момент. Хорошо кусочки тарелки. Да, вот такие как раз будут, я думаю. Кусочки должны быть с сальцом. Если готовите из говядины, то желательно в тушенку добавлять сало свиное. Прямо сверху нужно добавлять. Ну, как своего рода, как консерванта идет, mm-hmm. можно так сказать. Вот, а у нас мясо хорошее, жирное, свининка, поэтому ничего туда добавлять не надо. Единственное, то есть резать вот с такими кусочками сала, и это будет прям замечательно, я бы так сказал. Сейчас нарезаем. И потом уже будем укладывать по банкам. Косточка такая. Для автоклава лучше использовать, особенно когда готовите на пару, использовать крышки такие, которые закручиваются, твист, винтовые. Крышки. Твист они называются. Но у нас мы будем использовать, у нас банки уже были куплены, много там полулитровых мы купили для заготовок. Будем использовать простые для закатки крышки. Вот, но посильнее прижать кассетами, и ничего не случится. Не должны, в принципе, они вскрыться. Ну, посмотрим, там разберемся. Я думаю, что будет нормально. Попробуем. Спробуем, как оно покажет. Но на пару готовить быстрее, потому что на пару там надо использовать 2 литра воды, а если готовить на воде, то там надо использовать 20 литров воды. И вот представляете, да, пока она там закипит, это все, грубо говоря, там дойдет до определенной температуры, там, по-моему, 120 градусов, когда готовишь тушенку, то это пройдет очень много времени. А на пару там всего 2 литра, и поэтому все происходит намного быстрее. Но тушенку мы попробуем только завтра, когда автоклав остынет, потому что под давлением там нельзя воду сливать. Надо дождаться, когда он остынет. Это, соответственно, будет уже завтра. И будем пробовать тушенку. Что-нибудь еще приготовим. Я думаю, если будет время, съездим до леса, наберем грибов. Сейчас грибов много. Наберем грибочков, картошечки пожарим и тушеночки туда добавим. Такое вот прям блюдо. Как раз прошли дождики, стоит жара, но как бы это преет. Ну вот чего-чего, а грибов в этом году много. В отличие там от яблок. От ягод. В прошлом году мало было грибов. Да, но от года к году по-разному. И еще, кстати, пользуюсь случаем, для тех, кто у нас на канале впервые или недавно пришел, я просто постоянно вижу комментарии. Сейчас вот работаю с домом, дом поднимаю, пишут. Непонятно. Дом сначала один, потом другой. У нас 2 дома находятся, то есть вот они прям стоят на улице по соседству, тот дом первый, вот сейчас мы находимся во втором доме. И поднимая там кратами первый дом, точнее уже там все поднял, это сейчас у нас уже идет установка фундамента. Вот, а так у нас находится 2 дома, если кто-то был не в курсе, то такое вот небольшое введение, чтобы все понимали, как здесь все у нас расположено. Вот второй дом у нас тоже, он уже покосился немножечко, но мы его не планируем ремонтировать, то есть мы планируем сделать первый дом. Много было по этому поводу споров, размышлений, стоит ли его вообще там что-то делать, ремонтировать, его проще снести и на его месте построить новый дом. В принципе, мы с Катей думаем точно так же, что проще старый дом его убрать или как бы, ну, вообще не трогать, не ремонтировать, не тратить время, силы, деньги, а сразу же построить новый. Но ситуация такая, что пока мы не можем заняться стройкой нового дома, там как минимум нужны большие деньги.
А в этот дом мы не планируем много вкладывать. У нас даже сейчас фундамент там бесплатный получается, это камни. И он очень надежный. Поэтому нам в любом случае сейчас надо сделать хоть какие-то условия, создать для жизни, чтобы было комфортно жить. Там у нас планов как бы много по этому поводу. Но сильно тратить деньги мы не планируем. Вот. А стройка дома нового, это тоже не день, не два, не год, не три. А может это все затянуться и на 10, и на 15 лет. То есть там в зависимости, опять же скажу, какие финансы, сколько времени на стройку, как это все будет. Там, либо это будет работать большая бригада, на которую опять же нужны деньги, либо будешь потихонечку делать сам. Если потихонечку делаешь сам, готовься, что ты лет 10 его точно будешь делать. У меня родители вот строятся начали, и они до сих пор где-то что-то доделывают. Такой долгосрочный очень процесс. Оно вроде кажется, что быстро дом построил, там, да, все вот оно, коробка, окна, двери, там все вставил. Но вот эта вот мелочевка, которая потом уже идет после вот основной стройки, она занимает не меньше времени, чем постройка вот самого дома. Особенно когда живешь, там надо детей учить, там еще какие-то куда-то расходы. Так и получается, делаешь по кусочку. Смотря какая зарплата, какие доходы, сколько времени делаешь сам или там бригада работает, вот и какие там вообще масштабы. Нам еще писали, что ребята там постройте какой-нибудь небольшой домик, это будет лучше, чем вот построить, например, чем ремонтировать вот старый дом. Но тут вот опять же ситуация, да, построишь ты этот маленький домик, а куда его потом? То есть, ну. Если я думаю, если что-то строить, что-то делать, надо уже основательно этим заниматься и делать уже что-то такое серьезное, а не распыляться вот опять же на эти маленькие домики, там а потом, 6 на 6, например, да? Вот места не хватает, давайте еще пристроить, делать, ну, да, вот да, так да. Вот бывает обычно. Начинаешь пристроить, городить. Если делать, то сразу же и серьезный, хороший проект. Мы с Катей узнавали про это, сколько сейчас стоят дома, сколько стоят срубы, работа, установка и все. Мы посчитали, ну как бы у нас пока по деньгам мы не дотягиваем. Не получается, да. Поэтому лучше подкопить хотя бы даже там прям на основное, чтобы вот у тебя уже был какой-то запас, какой-то фундамент, так скажем, для строительства дома. Ну хотя бы и потом этим там заниматься. Фундамент, стены поставить, кровлю положить, проводку завести, вот хотя бы на это. А остальное, как бы там, да, конечно, можно попозже. Поэтому вот такие обстоятельства. И тут, конечно, если так рассуждать, то лучше построить новый дом. Но раз у нас вот такая пока ситуация, мы просто решили отремонтировать старый дом. И, кстати, как вы видели, дом-то хороший, он хорошо сохранился. И так вот, ну, мы визуально там проверили, посмотрели даже, где находятся окна, там не сгнило ничего. Там все хорошо сохранилось. Нижний венец сгнил, но он сгнил не полностью, то есть частично. И там вот, ну, с того угла, который сильно просел, там да, там сгнило. Ну, там прям вот эта чашка выпала. Только потому что не было гидроизоляции, сделана была заваленка. Да, там бетон он впитывает воду. Из-за бетона, да, вот там вот так вот и получилось, что оно сгнило. Сейчас мы делаем на камнях, там будет и вентиляция, как бы, и все, я думаю, что уже удобно будет. И мы делаем так, что можно будет потом. Вот, ну, в случае чего, если там через 10, через 15, через 20 лет дом еще просядет, можно будет просто убрать обшивку, вот эту, так скажем, ну, которую вот мы заваленку там будем делать, вот обшивать. Просто ее убираешь, подставляешь домкрат, приподнимаешь дом, угол, буквально там за день, за два, подкладываешь дополнительный там слой какой-то, либо листвянные там чурочки, либо камни также. Домкрат убираешь, и дом у тебя снова ровный. То есть вот мы сейчас делаем с таким намерением, что можно будет его отремонтировать в случае чего-то, если приподнять, чтобы было удобно. Ну и там, если вывести какую-то канализацию, там провести водопровод, еще что-то протянуть там, то есть снизу под домом, там все сейчас будет удобно. А если ты сделаешь сплошной фундамент, то придется дыры бурить чем-нибудь. Тоже будешь это как бы затрачивать время и еще дырки везде сделать. А дырку сделаешь, не запломбируешь потом. А мы тут работаем потихонечку, своими силами. Работы, конечно, много разной. То есть мы не работаем с утра до вечера на стройке, поэтому все, так скажем, затянуто получается, что у тебя вот появилось время, ты пошел что-то поделал. Там раз сегодня, завтра понемножку бывает, там прям целый день выделил, все, погода позволяет, время позволяет. Все, пошел, прям с утра до вечера там работаешь, там
убираешь заваленку старую, там все вычищаешь или возишь камни. Вот. Ну и также в процессе, конечно, что раз вроде вышел, часа 2-3 поработал, пошел какие-то еще дела по хозяйству поделал. Снова вернулся, снова продолжил работать. В общем, вот как-то так вот, друзья. У нас получается так вот, если вкратце про это все рассказывать и говорить. Мы идем медленно, наверное. Да, мы что, никуда не торопимся, не спешим. У нас жить есть, где два дома, все. Вот с этим проблем нет. И что мы успеем сделать за это лето? Также у нас в планах там еще баня висит, не знаю. Сейчас пока вот мы сделали сани под баню, то есть своего рода фундамент. Там уже как в этом году успеем, так же. Будем успевать, сделаем. Не будем успевать, ну, на следующий год тогда посмотрим. В принципе, материал все сухое лежит. Брус-то, но у нас сухой. В любое время начинай, делай. Осенью-то этой, наверное, вообще будет столько, что мама не горюй. И так-то каждую осень полно. У нас, судя по всему, гроза сейчас будет. Небо затянуло. Она, скорее всего, стороной пройдет. Если покапает, то немного я посмотрел, она как-то уходит в сторонку немножко. Притянет. Лишь бы града не было опять. Ой, смотри, как солнышко вышло. Здоровенно, ну. Резко. Я говорю, она проходит стороной. Еще напополам этот сделаем кусочек. Так, тут у нас одно сало почти. Ну что, раскидаем по разным банкам. Вот. Ну что, друзья, мы уже заканчиваем нарезать мясо. Остаются последние кусочки. Здесь у нас немного осталось у Кати. Я сейчас занимаюсь нарезкой карбоната. Он у нас пойдет на шашлык. Мы, в общем, нарежем сегодня все. И на фарш, и на тушенку. Здесь у нас суповые наборы. Вот такие вот хорошие кости мясные. И также еще будет мясо на шашлык. Так, это вот у нас пойдет на фарш кусочки. С салом наложим их. Возьми косточку. Здесь полгода, наверное, если не год, супы можно будет варить с такого набора. Сейчас такое время, когда все овощи, вся зелень, все свое. Поэтому, я думаю, в ближайшее время надо будет приготовить мясо в лаваше с овощами. То есть шаурму какую-нибудь завернем, такую прям на костре пожарим. Мясо на костре, оно, соответственно, получается очень вкусное. Шашлык, и вот его, если добавляешь с вкусными соусами, с овощами, с зеленью, прям пальчики оближешь. Так что сейчас замаринуем. Мясо помаринуется у нас. Пару дней там можно будет, не знаю, может в морозилке оставим, если времени будет. И как-нибудь приготовим. Тут я несколько кусочков карбоната вырезал. Большую часть мы, конечно, сюда порезали. Но тут вот осталось. Я сейчас блюдо нарезаю. Так, вот последние уже остаются. Так, ну вот, столько мяса у нас пойдет на шашлык. Немножечко сейчас замаринуем его сразу же, все. Так, и тут вот у нас, ага, это у нас сальцо лежит. Вот это еще кусок надо вырезать. Угу. Так, ну вот этот вот у нас, можно сказать, последний большой кусок. Мясо мы расфасовали по тазикам для фарша, для тушенки. То, что для тушенки у нас стоит здесь на столе. Сейчас подготовили банки, положили туда лавровый лист, перец горошком, перец душистый, и надо будет добавить соль.
Катя, поскольку ты кладешь лаврового листа, перца, соли? Получается по половинке лаврового листа, перчика 2-3 штучки. Я сейчас буду накладывать соль. Потом еще немножко сверху наложим. Так вот, соль. Горошек и лавровый лист, потом уже когда добавим мясо, еще чтоб сверху, чтобы было равномерно. Сейчас насыпаем соль по банкам. Надо будет добавить немножко воды, буквально там 2 столовые ложки, чтобы соль у нас растворилась. Потом будем накладывать мясо и в банках перемешаем. Если просто положить соль, то оно получится немножко неравномерно. Допустим, вот если снизу положить соль и ее не размешать, то мясо будет соленое внизу, а сверху оно будет бессолое. Сейчас по банкам разливаем горячую воду, чтобы растворилась соль. И лучше наливать горячую. Она так растворяется быстро и полностью. Сейчас раскладываем мясо по банкам, и накладывать его туда надо без фанатизма, не утрамбовывать и не слишком много. Вот буквально по плечике банки, и этого будет достаточно. Если его туда положить много, то тушенка может получиться как каша. Сейчас Катя раскладывает мясо, потом сверху еще надо будет положить перец горошком и лавровый лист немножко, чтобы все эти специи у нас разошлись равномерно по мясу. Чтоб не было такого снизу там прям с перчиком, с лаврушечкой, а сверху как-то пресно получилось. Раскладку делаем аккуратно. Для тушенки выбираем самые лучшие кусочки. Там у нас, если что-то останется, то уже пойдет на прокрутку. Раскладываем еще лаврушечку и перчик горошком. Прилипла к рукам-то. Ну, буквально так, немного, без фанатизма. Главное, чтобы был вкус мяса, вкусная тушенка. Сейчас очень ответственный момент. Закатываем банки. Закатать их надо хорошо, качественно, чтобы они у нас потом не пропускали. Потому что если банка будет пропускать, то это, считайте, можно сказать, мясо на ветер. И так вот несколько раз прокатываем. У нас закаточная машинка, она такая, что надо несколько раз делать, иначе пропускает потом. Одного раза ей не хватает. Но нам такая нравится. Да, она полуавтоматика идет. Ну тут с тушенкой можно и побольше раз, чем с компотами. Угу. Так, ну все. Стороночку ее давай, следующую. Я не поболтаю. Так, и да, вот, кстати, сейчас Катя будет. Так. Сейчас Катя будет пробалтывать банки, чтобы там вот эта соленая водичка, она разошлась по всему мясу. Сейчас собираем первую кассету, устанавливаем 7 банок полулитровых. Как бы все сюда разместить.
Вот так вот. Немножко банки поправим, чтобы они все стояли ровно. И все банки надо делать одинакового размера, чтобы не было каких-то банок, которые там чуть повыше, чуть пониже. И теперь равномерно подтягиваем все гайки. Так как готовить мы будем на пару, поэтому в автоклав наливаем 2 литра воды. И устанавливаем первую кассету. Надо ее поставить так, чтобы она там не забивала пену. Так, ну вот и все, ничего сложного, кассета установлена. Сборка второй кассеты, также 7 банок. Ставим вторую кассету. Здесь надо попасть в шпильки. Стояло. Так, в шпильки попали. Теперь ставим крышку. Заводится она вот так вот вовнутрь автоклава через специальные прорезы. Так вот, и сразу же ее уводим в сторону, чтобы шпильки не мешали. Вот так вот завели. И поворачиваем. На автоклаве есть специальные риски, и на крышке они тоже есть. Надо их совместить. И тогда крышка станет максимально плотно. Вот риски у нас совместились. И теперь крышку надо зафиксировать. Включаем автоклав. Сейчас он запускается. Так, выбираем готовые программы, создание программы, создать новую. Так, нам надо готовую. Так, готовим на пару. Банки у нас от 0,35 до 1 литра. Окей. Так, и готовим мы мясо. Вставьте шплинт в клапан и нажмите ОК. Вот таким образом вставляем шплинт. Все, готово. И нажимаем ОК. Все, тут у нас показывает, значит, текущая температура. Заданная температура 120 градусов. Продувка. Время до окончания. Значит, сейчас поднимается температура. И потом автоклав нам сообщит, когда нужно будет убрать шплинт. Температура потихонечку поднимается, уже 90 градусов. Сейчас автоклав у нас показывает 120 градусов и начался обратный отсчет времени. И сейчас автоклав будет поддерживать такую температуру на протяжении целого часа. Вот уже осталось 59 минут. Все, программа завершена. Не открывайте сразу, подождите, когда автоклав остынет до 40 градусов. Все, сейчас остается только ждать.
до обеда успеваем съездить пособирать грибов. Сейчас едем на наше место, где мы обычно собираем. Посмотрим, как в этом году у нас с грибочками, что сейчас есть. И мы, как оптимисты, взяли с собой ведро. Лучше пусть место останется, чем его не хватит. Сейчас едем через поля, посмотрите, какое золото кругом. Посмотрим, хотя бы с картошечкой пожарить наберем, либо может еще и на грибницу хватит, а если повезет, то и заморозим. Почаще бы, конечно, выбираться, но сегодня прям выделили часик, хотя бы съездим, посмотрим на разведку, на... А потом уже пойдут рыжики. Ну что, друзья, судя по всему, не зря мы взяли ведро. Грибов очень много. Вот маслятки стоят, я их еще не срезал, не смотрел, червивые они или нет. Вот сколько масляток стоит. Вот они прямо в траве. Ну-ка, Катя, давай подрезай. Посмотрим. Катя там нашла уже. Что, хорошие, ага? Да, нормальные, большие, но нормальные. Вот это ножка червивая сразу. О, только ножка. Хороший масленочек. Ножка, смотри, вообще не поеденная. Угу. Тоже хороший. Ну, красота, друзья. Сейчас быстро насобираем. Хороший грибочек. Этот проверим. Хороший. Хорошие, даже вот такие небольшие. Но маслята, их надо чистить. Маленькие маслятки, их неудобно чистить. Особенно вот такие вот с горошину. Так, вот масленочек хороший. Там на солнышке они не такие маслянистые. У них шляпки сухие. А вот здесь вот в тенечке хорошие. Так, вот еще масленочек. Но небольшие грибочки, они вкуснее. Они прям такие насыщенные по вкусу. Вышли сейчас на полянку, и я думаю, что на этой полянке мы сегодня и закончим собирать грибы. Просто посмотрите, сколько здесь грибов. Маслята. Все молодые. И, скорее всего, все целые. Ну, большинство, по крайней мере. Тут вообще просто заросли. Их тут как будто кто-то насеял. Как морковку на грядке. Я говорю, вот на поляну вышли, все, тут просто все в маслятах. Так, ну вот в той стороне я уже не вижу, там вроде ничего нету, а здесь вон. У нас уже, кстати, почти половина ведра. Тут молодые есть вообще. Там какие? Давай, давай, ага, они вот самые вкусные, вот эти вот небольшие грибочки. Такие крепкие, хорошие. Очень вкусно. Они прям маслом. Ну-ка вот, Катя, покажи. Вот тут вот под шляпкой у них, вон, вот этот большой, ага. Вон, посмотрите, у него прям масло. Беленькое вот это вот все. Ох, вкуснятинка, вот.
Все в червях. На солнышке большие переростки уже. Красотень, друзья. Сколько маслят. Прям горой растут. Давайте посмотрим. О, вообще прям нетронутые. Ножка червивая. Червивая, ага. Ну, что-то немножко. Вот до сюда. Хороший. И такой же хорошенький грибочек. Еще. А, вон еще лезут. Думаю, что такое мелкие. Кучкой растут. Этот плохой. Хороший. Тут вот был тоже раз. Вот еще. Вот еще. Этот прямо изогнулся. К земле расти начал. Вот это надо. Так, ну что, автоклав у нас остыл, тушенка остыла. Сейчас будем доставать, смотреть результат, что у нас получилось. Так, первая кассета с тушеночкой. Вторая. Ну вот, друзья, такая тушенка у нас получилась. Ни одна банка не вскрылась. Все хорошо прошло консервацию. Единственный момент, мясо в банках стало поменьше. Я бы сказал, даже в некоторых вот банках мясо осталось половина. Оно сильно уварилось. И надо будет сейчас пробовать, какая тушенка получилась на вкус. И вот по поводу того, стоит ли трамбовать мясо или нет, что его там прям плотно забивать, вопрос остается открытым. Но мы так вот посмотрели информацию, говорится, что нельзя забивать вот прям так плотно, чтобы не получилась там каша. Но тем не менее, я думаю, что тушенка получилась вкусная, на вид она хорошая. Единственный вот минус, да, такой, ну минус это не минус, я не знаю, но то, что банка она вот не полная. Варилась. А так на вид прям такая она, как внутри такое желе, кусочки мяса и сверху жир. Все в принципе как и должно быть. Она у нас уже немножко подстыла. Мы тут приготовили черный хлеб, огурчики, помидорчики, чтобы просто сейчас открыть одну банку и прям попробовать вот чистого мяса. А вечером мы вот приготовим, значит, у нас грибочки есть. Угу. Катя сварит картошку. Мы будем обжаривать вареную картошку. И туда потом в конце добавим тушенку. А сейчас давайте будем пробовать. В принципе, по мясу там везде одинаково мы раскладывали, чтобы были и кусочки с сальцом, и чтобы просто с мясом. Так что можно тут любую баночку. Ну, пахнет хорошо. Пахнет тушенкой. Так, ага. Ну, вот так вот это все выглядит. Так, сейчас немножечко так вот развалим. Сальцо здесь разварилось. Так, убираем лаврушку кристалла. Что поменьше здесь кусочек не берется. Так, помидорки на хлебушек. Спасибо. Так, ну что, берем кусочек, сейчас будем пробовать.
Так, вот тут вот сальцо осталось. Ага. Вот. Ну что, друзья, сказать, получилась хорошая, качественная домашняя тушенка. Я бы вот так сказал. То есть прям чего-то сверхъестественного нет, но вот обычная хорошая домашняя тушенка из домашнего мяса, которую можно есть просто так, которую можно добавлять в супы, вторые блюда, брать с собой там в лес, в походы, на сплавы куда-то, хоть куда. Салат мясо мягонькое. Разварилось хорошо. Ну, конечно, там такая температура, давление, все это в закрытом таком, как сказать, вакууме находится. То есть тут понятно, что это все разварится, само собой. Попробовать желтую помидорку. Мы когда мясо в печи развариваем, у нас там, ну, тоже сколько уходит, по сути, наверное, сутки. И уходят. То есть там пока оставляешь обычно на всю ночь, оно прям что простомилось. И вот по сути получается, наверное, такой же примерно эффект. Давай. Желтая помидорка. Бабушка давала нам. Пару кустиков. Мы с ней менялись, ей черри, она мне желтые дала. Еще вот какую красивую дала, такие черные. Камуфляжная. Ну, домашняя тушенка, она, конечно, и есть домашняя тушенка. Мяса очень много. А сало его почти не осталось. Оно как бы... Осталось? Ну, вот как это, да. Вот в этот жир ушло, который как и является такой вот сверху пленочкой. Ну, тут вот на некоторых кусочках вот осталось, которые были вот прям такие сальные. Мы их клали специально, накладывали для того, чтобы получилось вот как вот тушенка такая эффект, чтобы она не была сухая. Ну вот, а по поводу того, сколько накладывать мяса, этот вопрос остается открытым. Поэтому, кто занимается также вот приготовлением тушенки в автоклавах, пишите, что мы сделали тут не так. Почему у нас так мало мяса в некоторых банках осталось. Некоторые как бы нормально, почти полные. Вот, а в некоторых прям здесь вот. Тут хотя мясо, оно вот сверху лежит. Угу. Ну, есть такие банки, где прям поменьше. Не знаю, а утрамбовывать, наверное, посильнее. Я думаю, может это раскладку как-то интересно по-другому делать. Вот так вот по кругу, чтобы оно друг на друге было. А я так напихала. Чтобы зазоров не оставалось. Угу. Сейчас начинаю поднимать дом, а именно вот этот угол, чтобы убрать отсюда столбики, подпорки. И сегодня мы будем сюда укладывать тот огромный камень с реки. Чтобы он у нас сюда вошел, надо будет еще почистить землю, потому что камень огромный. Длину 1,40 м, высоту он, по-моему, 40-50 сантиметров, 60. Вот сейчас уже точно не помню, но в любом случае надо будет подчистить. Сейчас подниму домкратами, мне главное, чтобы освободились столбики. Ну, там, если шток еще останется, будем поднимать еще повыше, чтобы был запас и камень, чтобы легче вошел. Здесь вот надо будет еще вот эту вот бровку почистить, убрать, потому что он будет заходить сбоку, чтобы вот эта бровка не мешала, как вот с этим камнем у нас было. Мы его пытались затолкать туда под дом, и в итоге он у нас не заходил. Нам пришлось вот здесь вот все вычищать, убирать вот эту вот землю. И только потом он у нас туда зашел и обратно все закидали. Здесь будет точно такая же история, только камень раза в 3, наверное, больше.
Ну что, друзья, теперь такой вот огромный камень у нас будет лежать под домом. Вес его где-то около тонны, может даже чуть больше. И сюда вот его сейчас уложили, но еще не до конца. Здесь остается такой зазор. Надо будет потихонечку ломиками его туда подвигать, задвигать. Но расчистили землю как раз. Он как раз такой вот формы, немножечко округлый. И там также у нас получается. Но камень тяжеленный, огроменный. Ломиками его даже вдвоем с одной стороны будет двигать проблематично. Но здесь, в принципе, двигать-то не так уж и много. Так что потихоньку сдвинем. И тут вот у нас, вон, посмотрите, как вот по высоте. Значит, я думаю, что сейчас он, чем дальше будет туда уходить, тем он будет ниже оседать. Потому что там у нас углубление побольше идет. Сейчас он здесь как на возвышении лежит. Вот такой вот огроменный камешек. А с той стороны он ровный. Он как раз ровно к стенке ляжет. А здесь будет немножечко выпирать. Вот, Катя, такой фундамент сейчас будет у нас. Да, большой камень. Гладкий, очень цельный. Хороший. Проваливаться в землю. Уходить в землю не будет. Он плотный. Если вот здесь вот у нас скальник, вот, идут такие трещины, так скажем, то здесь этих трещин нет. Это вот прям такая порода, цельный камень, как здесь вот. Здесь такой же. Вот он. Но этот в полтора раза больше, если не в два, чем тот. Вот мы под угол положили его. Он как раз. Thank you.
Грибочки у нас обжарились. Сейчас будем добавлять картошку. Сейчас в самом конце добавляем тушенку. Вот она уже подстыла. Хорошее такое желе. Желтенькое. Перемешаю все. Добавляем зелень, укроп и петрушечку. Немного перемешаем. Немало мы сегодня повозились с этим камнем, но в итоге продвинули его буквально на пару сантиметров. Очень тяжелый. Но даже с одной стороны, двумя ломиками, вот пару сантиметров и все, сдвинули его. Потом пробовали его толкать вот этим бревном. Упирали трактор. Он заваливается. Хочет провернуться, прокрутиться туда в сторону и в итоге не идет. Тоже всякое разное пробовали, в разные места упирали, но безрезультатно. Попробовали здесь вот этот угол приподнять вилами. Здесь немножко не достаем. В общем, пока у нас дело встало, значит, уже потихонечку темнеет. Мы на сегодня работу заканчиваем. Завтра уже со свежими силами будем продолжать. Здесь вот еще немножко подкопал. Надо будет еще убрать землю. Потому что вот он прям низ камня, он упирается. Никак не идет. Ну, встает и хочет туда провернуться. А проворот нам здесь, соответственно, не нужен. Нам вот этой плоской стороной надо прижать туда к земле. Все, и тогда камень станет прям идеально, как надо. Его природа делала как раз вот для этого дома и для этого угла. Чтобы вот посередине дома поставить. Вот, значит, будем пробовать как-то. Надо изловчиться, чтобы он ровно встал. Все, если долго мучиться, то что-нибудь получится.